Hey guys, Dr. Prometheus here, back with some more of our Soviet Expanded Conquest campaign. We are going in our lovely one that we love of so much, this one. This one gives me nightmares sometimes, this map. We've played on this one before, and we've had minefields kill us here. We have minefields kill us here before. We've had minefields kill us here. The German counterattack hurts my soul sometimes. Not the German one, but in the Valor campaign, the German counterattack hurt my soul. The Soviet counterattack hurt my soul. So there's that. And so, yeah. But this helps us realize which objective we're supposed to take first. So this is the objective we're supposed to take first. Then wheel over and take this one. Which means I think holding this section of map is first. Слушаю, командир. Ждем приказа. Да, командир. Two conscripts. This is a conscripts squad lead. Okay. So with that, let's give them this. Let's give them one of these. Жду команды. Слушаю. Приказа. К бою готов. Да? Да, командир? Ждем приказа. Приказа. Приказывай. Да? Мы готовы ко всему. Да, командир. К бою готов. Да, командир. Будет сделано. Слушаю, командир. Готов вести людей. Поступил приказ, Ида. Да, давай. Что приказ? Так точно? Ждем дальнейших указаний. Мы готовы. Какие будут указания?
товарищ командир. Ждем приказа. Там не топливо капает. Надо бак проверить. Okay. So light infantry gun. Okay. Так точно. Слушаю, командир. Слушаюсь. Точно? Приготовились. He's like right here. Дайте мне цель. Ждем приказов. Какие будут указания? Да, командир. Есть приказ? Need to spot the defenses or anything. Видим врага. Принято. Дайте мне отряд. Так точно. Жду приказа. Сволочь. Okay, we have some Blau division. Драпают, сволочи. Так точно. I need to identify the pack guns and the other static defenses. Ждем дальнейших указаний. К бою готов.
Так точно! Get out of this ridge. This. An MG position, or what is that? Вражеская артиллерия, прячься! Слушаю, командир. Back 38 position. Let's do that. Вас понял. Как прикажете. Понял. Интересно тут у вас. Not seeing the position over here. That's a good one too. Отходим! Нас числом давят! В следующий раз дважды подумают. Есть работа? Holy shit! Держаться до последнего! Okay. That was a lot of forces. К бою готов? Meaning... to deal with this. We're gonna move up to here. Пока время есть, надо движок продуть. Приказ понял. Maneuver. Maneuver. Товарищ командир. Танкисты ждут приказов. Готовы действовать. Бей, бей. Наблюдаем врага. Какие будут указания? Слушаю. И не из таких перебряг вы
жду команды. Пробьемся, штыку. Пробьемся. Огонь прямой наводкой. Проверьте патроны, ребята. Тут он. Ouch. We hit something right there. I don't know what that was. Скажут приказ.
хоронить. К бою готов. Уже идем. Как прикажете. Да, командир! Мы готовы к заданию. Готовы! Поехали! Ждем дальнейших указаний! Окей. Я! Да, товарищ командир! Да, товарищ командир! Ждем приказа. Я. Так точно? Да, командир. Жду команды. Ускорите, ждем дальнейших указаний. Штыком гранатой! Слушаю, командир. По сторонам. Так точно. Готовы действовать. Приготовились. Инженеры на
товарищ командир. Пробьемся, штыком. Да, товарищ командир. Last thing I want is to be hit. Выдвигаемся. Слушай. Вижу противника. Вот теперь подарок. И как там сейчас? Как новенький. Так точно. Патроны давай. Приготовились. Уходим, уходим. Огонь. Дело сделано. Замечен противник. Мы готовы. Уже все ноги. It's burned out. What happened here? Какие будут указания? Живым не сдамся! Смотрите по сторонам! И готовиться к стрельбе! Будет сделано! Thank you.
готовы ко всему. Да, командир! Я в порядке! Смог! Ниже головы! Ouch. Так точно? Ничего, и такое видали. Ждем дальнейших указаний. Готовы работать. Танкисты ждут приказов. Да, командир. Бой готов. Танкисты, прессу друга. Так точно. Впереди противник. Что нужно? Какие будут указания? Приказывай! Жду приказа. Слушаю. Damn, I didn't get the machine gun, but it's all good. Ooh, pretty short episode. Let's do a defense in here, too. We have five here. I would do a call-in station. However, we need something that can at least have that. Now let's look at our infantry. Partisans have shotguns, just a recon squad. There's an AT rifle squad. Ooh, now that would be... AT squad. Merge with... this squad. There's no I think the key is to get some Marines. Getting this squad would be great. Ooh. That would be good. Okay. So if I did this, it would be guards. Or motorized.
We're going to paratroopers. That in the Black Sea. We want to go down here and the assault sappers go down motorized. Guards, rifle squad. I think paratroopers is the one I ultimately want to get to. But if that's the case, I need to go down here. Was the AT rifle? It's the one that's, it's more than just the other squad. It's okay. Not worry about the AT rifle. Let's go mountain. We have one more here. Let's go rifle grenadiers, I think. I'm thinking rifle grenadiers. Okay. What does that do? No more conscripts. We don't need AT. We don't have the AT rifle. Okay. We have the straight rifle squad. Let's dismiss these. Three here. And let's get a mountain squad. Enough AT to attach to all of them. Okay. That'll work. So we can get that. Okay. And here, a couple cannons. Boom. Okay. Let's start this one. Let's do it, baby. Fence, we should have two locations. We'll have AT guns. I'm not sure if we'll have MGs for this because that's in two. Defense two. You start getting MGs. And we might want to think about that. But I think after we get this squad and we got this, the next thing we'll do is a paratrooper squad. And from there, we'll work on tanks. More than anything. Okay.
Точно? Не будет указания. Есть приказ? Ждем дальнейших указаний. Ждем приказа. Ждем дальнейших указаний. Да, товарищ командир. I just epic failed that. Я. К бою готов. Мы готовы. Команды! Да. Да, товарищ командир. Так точно? Так точно! Ждем дальнейших указаний. Да? Да, товарищ командир. Да, товарищ командир. Слушаю. Патроны есть. Приказа нет. Слушаю, командир. Дайте мне отряд. Да. Ждем дальнейших указаний. Чего построить? Или поломать? Морская пехота. Мы готовы. Какие будут указания? Что нужно-то? Мы готовы. Так точно? Да, товарищ командир. Мы готовы, товарищ командир. Да, товарищ командир. Бывало лучше. Есть, товарищ командир. Ждем приказа. Слушаю. Ждем дальнейших указаний. Так точно. Да, товарищ командир. Мы готовы ко всему. Я готов вести людей. К бою готов. Интересно тут. Да, товарищ командир. Слушаю. Дайте мне цель. Жду команды. Готовы к бою. Инженеры готовы работать.
Так точно. We're gonna dig in here. Готовы действовать. Когда нам уже автопарк обновят, а? Да, командир. Так точно. Да, командир. Готовы к бою. К бою готов. Да, товарищ командир. Какие будут указания? Ждем приказа. Я жду команды. Так точно. Мы готовы. Так. Интересно тут у вас. Уже все может все. I'll keep that there. Слушай. Какие будут указания? Ждем приказа. Жду приказа. Бронетанковые войска ждут приказа. Танкисты выполнят приказ. Мы готовы ко всему. Морская пехота. Мы готовы. Мы готовы. Я. Ждем дальнейших указаний. Так точно? Да. Морская пехота. Да, товарищ ком... Мы готовы. Что-то нужно? К бою готов. К бою готов! Какие будут указания? Да, товарищ командир. And we're gonna dig this squad in to the right of that. Light AT gun's gonna be like here. And this. Есть работа. Так точно? Ждем дальнейших указаний. Дайте мне отряд. Ждем дальнейших. Я. Готовы к бою. Слушаю. Да, товарищ. Да, товарищ командир. Есть такая профессия. Родину защищать. Есть работа?
Какие будут указания? Так точно, товарищ командир. Слушаю, командир. Так точно? Готовы работать? Слушаю. На нас движется я. Будем жить. Танк! Так точно. На нас движется танк! Поесть, конечно, будет. Патроны давай! Уже все мы... Слушаю.
This is a little dicey. Just a little bit, but... This really saved me.
Точно. Да, товарищ командир. Есть приказ? Ждем дальнейших указаний. Дроны есть. We need to get better artillery. Слушаю, командир. Вы готовы? Вау. Reinforcements now. You should be
командир. К бою готов. Я. К бою готов. Уже идем. Какие будут указания? Ooh. That was a crazy hard defense. But we did it. But we did it. So I think it's tank time at this point. They're starting to come at us with some good panzers. Just the T-26, and we'll work down to the KV-1. What we will aim for. Okay. Comics do pretty good there. Like those. The rifle squads got kind of banged up, but thought they did pretty good, and then the mountain infantry did pretty good. Thought. These 76s keep on destroying themselves. Time. Did I lose a sniper? I think so. The battle prior. Actually sell these and get these. Actually, let's see what our fight is. We can get more research here. Take this one for right now. Yeah, I think we sell these. Then we go T-26. It does have an MG, right? The right next to the turret. I think it's got eyeballs here, which is kind of hilarious. Resupply all. Save it. So in the next episode, we will go into... What's that? Rasputia? This one's always a difficult one as well. So thanks for hanging out, guys. Go ahead and leave a like below, comment, and subscribe, and I will see you next time. Later.